Солнечная система претерпевает ряд значительных изменений в плане состояния цивилизаций, населяющих ее в данное время. Меняются парадигмы взаимосвязи между всеми населенными планетами и звездными системами. Многое из того, что отвечало потребностям великого космоса, уже ныне не актуально, а значит, не соответствует прогрессу и эволюции. Таким образом, в условно сжатые сроки происходит перестройка всех отношений. Это также касается Земли. Ваша планета живет своей жизнью уже давно, невзирая на потенциал космоса. Самостоятельность во многом одобряется, если это соответствует всем нормам великого космоса. Земля пошла своим путем и таким образом выбилась из графика эволюции в целом. В соответствии с этим на выправление ситуации брошены силы Солнечной системы. Мы лично курируем процесс выравнивания. Он значится и известен вам как галактическое выравнивание. Ваши действия основаны на базисе всего космоса. Сопротивление бессмысленно. Каждый житель планеты призван влиться в этот процесс. Какой смысл сопротивляться тому, что в любом случае произойдет? Сейчас для вас открыты сотни и более порталов времени. Под временем подразумевается энергетический импульс из великого центрального Солнца. Это не то время, по которому все исчисляется на Земле. Ваше время установлено искусственно и не соответствует естественным время-импульсам живого природного свойства. Поэтому ваше отставание и нежелание менять что-либо нам понятно. Со стороны, с нашей точки видения, все это выглядит как кокон, в котором в своем режиме ведется обособленная жизнь, причем поддерживаемая искусственно. В этом поддержании и содержании заинтересованы те из вас, кто имеет от этого свои выгоды. Погружаясь в пучину человеческих страстей и эмоций, все больше и больше сладостны власть и острота ощущений животного характера. Такую палитру можно ощутить в космосе далеко не часто, поэтому ваша планета является излюбленным местом страстолюбцев и стяжателей, холодных преступников и любителей власти. Им совсем не интересно допускать вас до мысли несоответствия в развитии, отставании, допустить полный развал построенного эоны царства, власти и насилия. Итак, через многочисленные порталы естественного времени космоса на вас буквально льется поток живительной силы, которая будет и ставит все на свои места. При этом важно быть открытым к принятию всего нового, пусть и пугающе непривычного, перестать сосредотачивать свое внимание и силы, всю свою жизненную энергию только на вопросы земного уровня. Чем больше вы стараетесь контролировать ситуацию, исходя из старых методов этого контроля, тем больше вы его теряете. Он перестает работать как внизу, так и вверху. Здесь мы имеем в виду вашу личную жизнь и политику верхних эшелонов вашей власти. Если нет пока возможности и опыта осмысленным настройкам на эти порталы, вхождения в них, гармонизации всего своего существа с ними, включая выравнивание всех систем, полевой структуры, органов и клеток, то рекомендуется не сопротивляться. Мощь преобразовательных сил космоса сметет все, расчищая путь эволюции целого. Конечно, это не угроза, а факт. Те, кто останется на прежних позициях, будут проходить все эти циклы, как вам уже известно, в других местах и на других вибрационных частотах.
Те же из вас, кто представляет собой посланников Великого Солнца, являются его сынами, станут носителями золотых частиц Великого Переходного Времени, станут теми живыми носителями этих частиц, которые неустанно пробуждают и взывают к осознанию всего происходящего. Они вливаются в новый виток Великого Времени Космоса, буквально становясь его частями, но при этом оставаясь на своих рабочих местах для дальнейшего служения. Ахау Кины, дети Великого Солнца, вас сейчас достаточно много, чтобы все на планете смогли успеть перестроиться. Мы ценим ваше служение, вашу самоотверженность и порой самоотречение. Мы, хранители Солнечной системы, постоянно на связи с вами, с нашим передовым отрядом. Мы переводим вас на новый виток спирали времени, где ваша память обретет целостность и ваше видение станет максимальным. Новая точка времени даст вам новые знаки новой реальности. Вплетаясь в эту гущу, вы окончательно избавитесь от всех старых и уже неактуальных наработок и методов. Все вновь приобретенное вы понесете смело в новую жизнь, увлекая за собой все сущее, как на Земле, так и во всем космосе. Не будет границ и ограничений. Воистину станете многомерными жителями Великого Космоса. Мы рады встрече с вами всегда и везде. Только одной силой мысли мы можем соединиться друг с другом для связи. С вами были хранители Солнечной системы.